Сегодня гость нашей студии – политических пофигистов, известный в России и в Украине умный чайник Китфорд, отвечает на провокационные вопросы про политику. Я тут вспомнил свое радиолюбительское детство и сделал вот такой вот электронный переводчик, с помощью которого можно переводить речь чайника в человеческую речь и обратно. Эй, чайник, чей Крым? Чайник отвечает. Не знаю, я не смотрю политические новости. Эй, чайник, как ты относишься к спецоперации России на территории Украины? Чайник отвечает, я не смотрю политические новости, а если нет информации, то нет и мнения. А как работает твой переводчик? Ну, примерно так же, как и осьминог, который указывает результаты спортивных соревнований. Я послушал тут в интернете советы адвоката, что говорить на допросе в полиции, чтобы из свидетеля не стать обвиняемым. И по аналогии говорю от лица чайника то, что надо говорить, чтобы не получить проблемы с российской властью и с иностранными деловыми партнерами. А можно я попробую? Конечно, пробуй. Чайник, у меня вот здесь написано «Россия чемпион». А Россия чемпион чего? Чайник отвечает, я не смотрю спортивные новости, но я патриот России, и поэтому я верю, что Россия чемпион. И мне пофиг. У меня чайник отвечает по аналогии с моей учительницей литературы, которая учила нас, что на экзамене, что когда спрашивают твое мнение про прочитанное, то не надо говорить то, что ты думаешь, потому что всем пофиг на твое мнение, а отвечать надо то, что надо. То есть то, что в учебнике написано, и пофиг. Задавайте вопросы чайнику Китфорд на разные политические темы и помните, что чем чаще вы разговариваете с чайниками о политике, тем выше шанс избежать уголовной ответственности за политические высказывания по причине своей невменяемости.